Надеть костюм спасателя и стать супергероем – не вымышленным из марвеловской вселенной, а настоящим спасающим жизни. Так ребята примерили на себя новые роли и узнали, что это за профессия – спасатель. 23 июня в лагере «Дружба» прошел единый день безопасности. В рамках него дети знакомились со спецтехникой. Это автомобиль, это универсальный автомобиль. В нем находится все, что необходимо для спасения людей. Почему? Потому что спасатель – это универсальный человек. В данный момент представлен здесь гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который ликвидирует и помогает нам работать в тех условиях, где невозможно справиться руками. Это перекусить металлические арматуры, отжать какие-то металлические части. Да? Машину ГИБДД дети тоже облюбовали. Посидеть в ней мечтает далеко не каждый взрослый. Но для ребят это эмоции. Настоящая машина, но с которой можно поиграть. А главное, это помогает наладить контакт. После таких игр ребята уже не будут бояться людей в форме. И в случае опасности будут обращаться к ним. Внимание, делаю сама. Мечту стать пожарным этим детям еще не поздно осуществить. Тем более, что они познакомились с оснащением автоцистерны и полазили по вышке. Мы попробовали, я не знаю, как это называется, но оказание первой помощи. Мы еще попробовали пожарных, как тут. Ну, очень интересно вообще. Профилактика несчастных случаев с детьми – основная цель единого дня безопасности. Начиная с мая месяца увеличиваются случаи детского травматизма. Как на дорогах – это самокаты, велосипеды, ролики, так и на воде – купание без присмотра взрослых и в неположенных местах. Для того, чтобы при возникновении несчастного случая дети смогли сориентироваться и понимали, в какую службу позвонить, как позвать на помощь, да, как действовать в каких-либо определенных ситуациях. Детям рассказали, куда надо звонить в случае происшествия, как позвать на помощь. Единый день безопасности будет проведен в каждом детском лагере. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер, новости Большого округа.